扣完，我操！我你扣活了，我操！我放上面。哎呦我操！我操！что ты делаешь? Что ты? Чего ты, блядь? Гандон, блядь. Чего ты, блядь? Давай ГАИ вызовем. Что ты делаешь? Давай ГАИ вызовем. Давай вызовем ГАИ. Все, вызываем ГАИ. Вызовем ГАИ сейчас. Да пошел ты! Стороны, весь 20 век это завоевание трудящих. Трудящие столько назавоевывают, Аношку часто. А как я могу выгнать Аношку, когда у нее младенец на руках? Вот это как это? Алло, здравствуйте. Вам нравится такая? Анатолий. Да, Анатолий. Вы знаете, по поводу высказываний нашего министра финансов такая. Да. Его эмоциональная нестабильность. Нет, вы министр финансов, я спрашиваю совершенно о другом, товарищи дорогие. Совершенно о другом спрашиваю. Неужели так, ну в смысле, может быть радио как-то запаздывает, да? Норму, которую внес президент. Мы вернемся к нему. Да, к его перспективам по позиции. Давай, 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 давай
Вот у нас сейчас, слава богу, мэр из провинции, что называется. Может быть, принеси вот этот опыт свой. Потому что, повторяющая жирновая ниша, в нее всегда будут влезать те, кто занимается этим неправомерно. И, конечно, конкуренция среди тех, так сказать, таксопарков, которые имеют соответствующие лицензии. В условиях конкуренции, естественно, борьба за клиента и снижение цен. Все остальное, это, ну, извините, так сказать, это либо прожекты, либо антиконституционные вещи. То, о чем вы говорите, это перспектива какого будущего? То есть сколько должно пройти, чтобы вот у нас все нормально? Вы знаете, я думаю, что вот, если этим заниматься целенаправленно.就即刻行，係啊，就最惡噶，鬧人啊咁，唔鬧噶，鬧完咪冇人做嘢咯，即刻劈炮唔碌，嗰時好慘噶，咁學生仔做part time型咁樣啫嘛，咁人嚟打翻嚟嗌外賣，咁個時候婆咧就台灣女人，咁佢唔識英文，咁我就唔好整住，因為驚佢唔嚟攞啊嘛，我唔好整住冇電話，佢嚟到門口攞嗰陣時，我先去整啦咁樣。Поворотник-то не судьба. Поворотник-то не судьба включить, да, наверное? Что? Поворотник. И нахуй, ты что, блядь? Что пидор, блядь? Охуешь, блядь, блядь? До свидания. Ну зачем же так делать? Резкий какой-то, а? Зачем так делать? Не, резкий ты какой, как понос, блядь, да? Ну резкий, да, что ты? Ну же все равно не пролезешь, блядь, ёпта. Пролезу. Давай. По правилам буду прав по-любому, давай, видишь? Давай, смотри давай, сюда. Давай, делай вещи. Думаешь, на большом бегемоте везде можно, да? Бобин, Виталин. Ну и что мы будем делать? Ну. Ну. А, блядь. Ты какие-то проблемы. Сдай назад, у него с тебя не будет проблем, ты нормально поедешь, понял? А ты меня пугаешь или что? Да, пугаю. Поверь мне, пугаю. Заебись, вот теперь точно не отъеду.
ты хочешь, Гадя? Дима. Подожди, ну и что ты мне хочешь сказать? Дима, ну ответь. Слушай, расскажи, ну слушай, он едет по моей линии, нафиг. Ответь, не ответь. Дима. Дима. Ты мне что хочешь сказать? Дим, ну ответь, ну посмотри, Дим, да ну, пожалуйста, Дима. Да. Слышишь, дружанин, тебе ездить научить или что? Что такое? Выйди нахуй, тебя научу. Я уже, блядь, лень ты, сука, ебаный, блядь. Ты едешь по моей линии. Я говорю, выйди нахуй, я тебя научу, блядь. Черт ты, сука, потороченный, блядь. И что? Что ты шокаешь? Что ты мне рассказываешь? Ты едешь по моей линии, блядь. Я говорю, выйди нахуй, чтобы девочка твоя не видела, я хуярю сейчас. А что ты меня будешь бить? Потому что, блядь. Ну. У тебя есть карман, нахуй, нырни в него. Так дай мне заехать в карман. Стоят, так ты мог тормозить, я бы заехал в карман. Нет? Я говорю, мне надо спрятаться. Подожди, расскажи мне, где карман? Пизде, где? Блядь, глаза, ну, нахуй, посмотри, посмотри, блядь, куда, ну, машины заезжают. Ну как я заеду сюда? Я говорю, если куда ты машины заезжают? Как я заеду, расскажи. Черт ты, сука, потороченный. Угу. Да расслабься, нормально. Ну и куда ты поедешь, мужик? Красавчик, Дима, красавчик. Дима, здесь. Я тебе попросить, что нужно сказать? Пожалуйста. Настолько тебе что-то дали, сказать спасибо. И так далее, и так далее. Дети самые лучшие манипуляторы, у кого есть маленькие дети. Это не просто чудеса манипуляции. Поэтому говорить и разделять нашу жизнь, там, коммуникацию, манипуляцию, нельзя, но можно разделить вот какой-то такой вид общения, который нам не приятен, который вот прикрепили к нему название, говорит, как бы вынуждается другим человеком, один человек вынуждается очень другого делать что-то против своей воли или в ущерб себе. Ты, блядь, дебил, блядь, сам, ёпта. Чего ты хочешь? Чего? Что ты бипикаешь? Ты посмотри, как ты едешь. Посмотри, блядь, что ты бипикаешь? Я еду, объезжаю, там обочина вся заснеженная. Что ты мне бипикаешь? Я подбипикал. Ты прежде чем бипикать, ты не ори. Ты сам, сука, не ори на меня. Чего ты орешь? Гнида, блядь. Ты гнида сам. Ты на крутой тачке ездишь, что ли? При чем тут тачка? Право, козел ты сам, блядь. Пидорас ебаный, ёпта.
Я тебя найду. Ты понял? Да, да, я снимаю это. Снимай. Только ударь. Только ударь, я говорю. Снимай. А что мне делать-то? А что ты мне снимаешь? Фотограф, что ли? Полицию вызывай. 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 Полицию, блядь, полицию. Полный, блядь. Я уже снял. Что? Ничего. Вам увидишь себя. Сделали плохого. Вам что, не разъехаться? Я объясняю. У меня в бригаде лежит ну, пациент. Куда деваться? Да другие же разъезжаются. Никто я так. Живу вот здесь, блядь. Ну и что? Тут что, каждый день скорая стоит, что ли? Да. Периодически. Да, периодически? Ну так что же? Дебил ты в зеркале увидишь. А что ты сразу камеры-то испугался?